наносить непосредственно сам макияж, нанесем на лицо базу. Вообще база является таким защитным слоем, то есть промежуточным вариантом между кожей и между декоративной косметикой. Как правило, она содержит увлажняющие компоненты, ультрафиолетовую защиту, а также может слегка изменять цвет кожи. Например, зеленая база убирает красные какие-то неприятности на лице. Сиреневая база служит для маскировки пигментных пятен. База наносится на все лицо. Можно наносить руками, спонжем или кистью, кому как нравится. Единственное пожелание, чтобы это был не толстый слой. В противном случае тональная основа будет наноситься неровно. Наносим тональный крем. Вообще, тональный крем необходимо подбирать по его консистенции, не только по цвету. Нужно помнить о том, что чем тональная основа более плотная, тем она лучше будет маскировать лицо. Поэтому для проблемной кожи мы не можем брать легкие тональные флюиды. Лучше воспользоваться тоном, достаточно плотным, кремообразным, с хорошим маскирующим эффектом. На проблемных местах движения кистью или спонжем должны быть как бы вбивающими, чтобы достичь максимальной маскировки. На разных участках лица слой тональной основы разный. Скажем, там, где нет проблемных зон, наносим тон очень тонким слоем, чтобы не перегружать излишне кожу. Старайтесь так плотно нанести тональную основу, чтобы она замаскировала все нюансы, чтобы как можно меньше использовать в дальнейшем маскировщик. Когда вам нужно нанести тональную основу рядом с линией роста волос, лучше вот так вот руками это сделать, немножко втереть, как бы в краевую, особенно когда есть загар, потому что цвет лба и цвет пробора, они очень сильно отличаются, поэтому мы немножечко вот втираем. It's 6 o'clock, you need the time, I got the time, it's 6 o'clock.